Всем привет, друзья! Сейчас я покажу большую подборку полезных товаров для кухни, которые обязательно вам пригодятся. Досмотрите это видео до конца и примите участие в конкурсе на любой товар из этого видео. Все ссылки на товары, как всегда, в описании. Поставь лайк и поехали! Если ты увлекаешься, хоть чуточку разбираешься в спорте и при этом хочешь на этом неплохо заработать, то переходи на сайт букмекерской компании 1xbet. Тут всегда высокие коэффициенты и большие выигрыши. Зарегистрируйтесь на сайте самого надежного букмекера прямо сейчас. Это простое, но гениальное изобретение способно облегчить труд хозяйки и сделать процесс приготовления простым и быстрым. За несколько секунд вы получите идеально очищенное яйцо. При этом скорлупа остается в устройстве, а вам не придется собирать ее остатки по всему столу. Его эффективность была испытана как домохозяйками, так и профессионалами во всем мире. Каждый, кто попробовал пользоваться устройством для чистки яиц, могут подтвердить его необходимость, простоту и удобство использования. Это машинка для удаления косточек из вишни. Подходит для переработки большого количества продукции в короткий срок в домашних условиях. В контейнер засыпаются ягоды сразу партиями, которые после очищения по желобку направляются в подготовленную тару. Косточки остаются в специально отведенной емкости аппарата. В зависимости от модели при однократном нажатии ручки поршня может быть очищена одна или сразу несколько ягод. Пользовались ли вы когда-нибудь двухсторонней сковородой? Это удобный инструмент и незаменимый помощник на кухне, который поможет вам с легкостью приготовить блюдо одинаковой прожарки как с одной, так и с другой стороны. Это технологичная и качественная сковорода, которая доступна на сегодняшний день. Данная модель имеет мраморное антипригарное покрытие с обеих сторон, благодаря чему нет необходимости использовать обильное количество растительного масла. Сохраняйте большое количество витаминов в своих блюдах за счет равномерной поджарки с каждой стороны. Данная сковорода стоит 2229 рублей, а на распродаже 11 ноября будет стоить 2072 рубля. Ну а если вы хотите еще сэкономить при покупке, то покупайте через кэшбэк сервис Kiwi Бонус и возвращайте до 8% от суммы заказа, а это причем самый большой кэшбэк. Переходите по ссылке в описании и экономьте. Этот электрический штопор для вина позволит всего за несколько секунд открыть бутылку, причем вам не придется прикладывать никаких физических усилий. Все, что от вас требуется, это только нажать на кнопку и посмотреть, как выходит пробка из стеклянной емкости. Благодаря такому штопору даже хрупкая девушка сможет легко откупорить вино, не прикладывая усилий. Этот увлекательный процесс обязательно удивит и поразит ваших гостей, а также убережет вашу одежду от пролитого вина. Как приготовить мясную отбивную, при этом сделать так, чтобы мясо оставалось нежным и не было похожим на кусок резины? Теперь это сделать легко. Стендерайзер. Приготовить отбивную легко, быстро, безопасно. А главное, получится настоящее сочное мясо. Три ряда таких стильных пластин аккуратно разделяют мясные волокна, и структура становится очень мягкой. Такой вариант обработки мяса идеален для последующего приготовления в духовке или на сковороде. Данное приспособление уже завоевало весь мир. Попробуйте и почувствуйте разницу на вкус приготовленное мясо с помощью тендерайзера. Мерный стакан весы – это многофункциональное устройство. Он выполняет функцию сразу трех важных для кухни гаджетов – весов, термометра и мерной емкости. В устройство встроены точные электронные весы. Большой дисплей в ручке стакана отображает актуальные данные о продукте. С помощью устройства вы можете измерить вес продукта и его температуру. А шкала, нанесенная на прозрачный стакан, показывает объем в миллилитрах. Этот товар также участвует в распродаже AliExpress, и за него можно получить большой кэшбэк от Kiwi Bonus. С помощью термостойкой силиконовой кисточки с дозатором вы сможете аккуратно смазывать маслом сковороды или противни. Кисть удобно использовать для смазывания и глазирования выпечки, а также ей удобно наносить соусы, маринады и многое другое. Силиконовые кисточки, в отличие от традиционных кисточек, не склеиваются, не оставляют волосков. Масленка с силиконовой кистью-дозатором занимает мало места у плиты и всегда под рукой. Диспенсер для бумажных полотенец и пищевой пленки приобрели свою популярность за счет того, что с ними намного удобнее работать. Вам не нужно будет больше искать, где вы оставили рулон или как его оторвать. Два дополнительных отсека в настенном держателе для рулонных бумажных полотенец представляют собой унифицированные держатели, которые с легкостью вместят в себя рулоны фольги или пищевой пленки. Помимо его основного назначения выдавать пленку, фольгу или бумажные полотенца, держатель для фольги, пленки и бумажных полотенец отлично подойдет в качестве устройства для хранения.
Обычно при чистке рыбы чешуя оказывается не только по всему столу, но и на одежде и стенах, поэтому китайскими инженерами в области рыболовли придумано грандиозное устройство для чистки рыбы от чешуи. Он имеет специальный карман, куда автоматически попадает почти вся чешуя во время чистки рыбы. При этом кожу рыбы не рвет, чистит хорошо. Почти все чешуйки внутри кармашка скапливаются, не брызгают во все стороны, как при чистке картофельным или простым ножом. Во время приготовления пищи очень легко забрызгать стол или плиту. Благодаря специальной защитной крышке вы сможете сохранить кухню в чистоте, и вам не придется тратить время на ее уборку. Наружный диаметр крышки составляет 30 см. Защитная крышка изготовлена из пластика. По центру находится силиконовый кружочек с прорезями. Именно в него вы вставляете ложку или лопатку для перемешивания продуктов. Также защитную крышку удобно применять при использовании миксером. Уже многие хозяйки успели попробовать данный гаджет и считают его незаменимой вещью на кухне. Разделочная доска с отделением для отходов. Многие хозяйки мечтают о специальном отверстии в рабочей поверхности стола, куда можно сразу сбрасывать очистки и отходы. Эта функция в полной мере реализована в данной разделочной доске, где предусмотрено отверстие очисток и емкость для нарезания продуктов, а также есть возможность удобно поставить тарелку, куда легким движением ножа можно скинуть ингредиенты для салата. Нож для нарезки овощей спиралями – это необычное приспособление, которое станет незаменимым в быту. С его помощью вы без труда приготовите овощную пасту, нарежете овощи для салата или приготовите украшения для праздничного блюда. Если вы предпочитаете здоровое питание, то приспособление для спиральной нарезки овощей обязательно должно поселиться на вашей кухне. Этот нож откроет вам массу новых превосходных блюд, которые смогут стать полноценной заменой обычной, не очень полезной пищи. Но чтобы принять участие в конкурсе на любой товар из этого видео, вам нужно написать в комментариях, какой товар вы бы хотели получить. Как только видео наберет 5000 лайков, я объявлю результаты. Результаты предыдущих конкурсов есть в моей группе ВКонтакте. На этом все. Всем удачи и пока!